За рассылку порнографических материалов малолетним девочкам в Череповце осужден 25-летний мужчина. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Как выяснили следователи, мужчина добавлялся к девочкам в друзья в социальных сетях, уточнял возраст, а далее присылал видео и уговаривал посмотреть. Таким образом, он совершил иные действия сексуального характера в отношении 9 девочек. Более 30 домов затоплено, 5 человек эвакуировали. Таковы последствия паводка в одной из деревень в Устюженском районе. Сложная остается ситуация и в Чекадощинском районе. Там по-прежнему под водой остается более 170 приусадебных участков. Новых подтоплений нет в Бабаево. Режим повышенной готовности сняли и в Великом Устюге. 33 ребенка пострадали в результате укуса клещей в Вологодской области, а всего зарегистрировано 96 случаев укусов людей. Как говорят специалисты, пик активности приходится на май-июнь. Отдыхающему природе стоит быть предельно осторожным и защищать себя при помощи спреев и одежды. Общественный совет при УМВД Череповца организовал обучение добровольцев и волонтеров по поиску пропавших людей. Мероприятие провели члены отряда «Ты не один». Мероприятие вызвало большой интерес. В первый день добровольцы изучали теорию и методику поиска людей путем сети интернет. Во второй день отрабатывали навыки ориентирования на местности.